скелет кита, если я правильно понимаю. Огромная зверюга, конечно. Сейчас мы дальше пройдем. Развитие животного мира. Вот я уже где-то снимал в другом. Кажется, в Екатеринбурге похожее было развитие. Так. Ого. Да, это я здесь, конечно, буду долго смотреть. Да, жалко, завтра последний день, поэтому последняя возможность только сегодня попасть. Завтра у меня уже распланирован денек.